بسم الله، الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Приветствуем всех на платформе Академия Медина на последних ее прямых эфирах по тафсиру, который касается этого прекрасного месяца Рамадан. У нас в гостях наш постоянный гость Рамадана Асхат Хазрат. Асхат Хазрат, ассаламу алейкум, передаем вам слово. Уалейкум ассаляму баракату, уважаемые братья и сестры. Ассаляму алейкум, шейх Абдул Басит, баракаллаху фикум. Алейкум ассаляму. Альхамдулилля, сегодня бы хотелось бы, иншаллах, остановиться на аяте 152-153 аяты сура Аль-Бакара, где субхана ва тааля говорит: «Истаъузу биллях». اذكروني اذكركم واشكروني ولا تكفرون يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاه ان الله مع الصابرين فاذكروني اذكركم Всевышний سبحانه وتعالى говорит: вспомните обо мне, и я вспомню о вас. Это такого рода, это называется Аль-джаза мин джинс аль-амаль, то есть как вы будете, так я буду по отношению к вам. Как, например, пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал: ар-рахимун йархамухум ар-рахман, к милостивым будет милостив милостивый. Ман ла йархам ла йурхам, кто не проявляет милость, Аллах субхана ва тааля к нему не проявит милость. И здесь же субхана ва тааля говорит: фазкуруни азкуркум, вспомните обо мне, и я вспомню о вас. То есть если мы хотим, чтобы Аллах субхана ва тааля помнил о нас и не оставлял без своей поддержки, не оставлял Аллах Субхану ва Тааля без своей помощи, то здесь есть условия: мы должны помнить о Всевышнем Аллахе Субхану ва Тааля. Не значит, потому что Аллах Субхану ва Тааля нуждается в этом, чтобы мы помнили о нем. Он в этом ни в чем Субхану ва Тааля не нуждается. Однако, дабы получить вот это упоминание о Всевышнем Аллахе Субхану ва Тааля, наше отношение. И так уже Аллах Субхану ва Тааля нас помнит всегда. Я помню это всех, то, что не оставил нас без еды, не оставил нас без питья, не оставил нас без воздуха, не оставил нас без того, что мы нуждаемся. Но, однако, именно здесь имеется в виду в тяжелую ситуацию, когда нужна будет нам поддержка от Аллаха, субхану ва тааля, мы всегда не... Иншаллах, если мы вспомним об Аллахе, субхану ва тааля, в ответ мы получим тоже поминание Всевышнего Аллаха, субхану ва тааля. В ответ мы получим поддержку от Аллаха, субхану ва тааля. Сказал пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям: «Яраф Аллах, таарафу аля Аллахи фир-раха, яарифукум фи-шидда». Познайте Аллаха субхана ва тааля, когда вам хорошо, и Аллах субхана ва тааля познает вас, когда вам будет тяжело. То есть субхана ва тааля не оставит вас без своей поддержки в тяжелую ситуацию. Также субхана ва тааля говорит: «Ва ман йаттакиллаха йаджаллаху махража ва йарзукху мин хайту ла йахтасиб». То, кто богобоязненный, то, кто боится Аллаха субхана ва тааля, Аллах ему даст из любого положения выход и даст ему риск пропитания оттуда, откуда он даже этого не ждал. Помните обо мне, я вспомню вас. Валя такфурун. Валя такфурун, здесь два смысла оно имеет. Ля такфурун, то есть не будьте из числа неверующих, и также не будьте из числа неблагодарных. Потому что аль-куфр — это тоже неверие, это неблагодарство Аллаху субхану ва тааля. Когда человек, когда спросили пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям, какое самое худшее из дел перед Аллахом субхану ва тааля: «Таджаля лиллахи ниддан ва хуа халака». Когда ты Аллаху предаешься товарищи в тот момент, когда Аллах тебя сотворил. Это что касательно ширка, что касательно куфра, когда человек понимает то, что Аллах субхану ва тааля не верит в Аллаха субхану ва тааля, но живет, кушает из еды Аллаха, пьет из питья Аллаха субхану ва тааля, из воды Аллаха, ходит по земле Аллаха, дышит воздухом Аллаха субхану ва тааля, знает то, что он умрет, знает то, что Аллах субхану ва тааля вернется, то есть опять же уйдет из этой жизни, но при этом не верит, то есть это и есть неблагодарство субхану ва тааля. Не будьте из числа неблагодарных, не будьте из числа неверующих. Здесь вот это всегда нас, альхамдулиллах, уважаемые братья и сестры, вот это ая способствует тому, чтобы мы всегда помнили об Аллахе субхану ва тааля, чтобы мы всегда помнили об Аллахе субхану ва тааля и никогда не сомневались в том, что Аллах субхану вспомнит о нас. То есть если мы, альхамдулиллах, молимся, если мы постимся, если мы вспоминаем об Аллахе субхану ва тааля, когда нам тяжело, мы уединяемся, вспоминаем Аллаха субхану ва тааля, восхваляем Аллаха субхану ва тааля, в этот момент мы просто уверены в том, что Аллах субхану ва тааля никогда нас не оставит без своей поддержки, не оставит без помощи. После этого субхана ва тааля говорит: «Я юха ледина амену стаину бис сабри вас сала». О верующие, стаину бис сабри вас сала. Стаину, мы всегда у Аллаха субхану просим в каждой молитве: «Ияка на абуду ва ияка на стаину». Тебе мы поклоняемся и тебя мы просим о помощи.
Здесь Субхану ва Тааля указал, как просить у Аллаха Субхану ва Тааля помощи. Каким образом? Без сабры, первое, посредством терпения. Второе, ас-саля, посредством молитвы. Также в другом месте Аллах Субхану ва Тааля говорит, «Вастаину бис сабри ва ас-саля, ва иннаха ла кабиратун илля алял хашиин». Проявляйте, то есть просить у Аллаха Субхану ва Тааля помощи посредством молитвы и посредством терпения, посредством молитвы. И это что-то великое, кроме как для богобоязненных. То есть для небогобоязненных людей это тяжело. То есть молиться ему тяжело. Вас всегда делает шайтан, то, что тебе не нужно молиться, там это тяжело, пять раз в день, это столько, как бы ты не сможешь и так далее. Даже, хотя это очень легко, когда он начинает молиться, вступает в молитву и понимает, эх, если бы я раньше бы стал на этот путь. А сабр тоже терпение проявлять как бы тяжело. Кого-то кто-то потерял близкого человека, кого-то там предопределено ему там что-то, пожар случился или еще что-то. И в этот момент он что? Тяжело ему проявлять. Говоришь, делай сабр ради Аллаха Субхану ва Тааля. Он говорит, тяжело это делать. То есть проявлять терпение тяжело. Когда во время пророка Мухаммада, саллаху алейхи ва саллям, одна из женщин плакала, рыдала у могилы своей дочки. И пророк, саллаху алейхи ва саллям, подошел сзади и сказал, «Исбери, я мра'а». Проявили терпение у женщины. На что она сказала, «Илейка анни фа иннака лям тусабби мусибати». «Иди прочь отсюда, поистине тебя Аллах тебя не испытал тем, чем меня испытал». То есть она не узнала, что это пророк Мухаммад, саллаху алейхи ва саллям. Если бы узнала бы, она знала, как Аллах субхана ва тааля его как испытал. То есть Аллах субхана ва тааля, он родился, посланник саллаллаху алейхи ва саллям, родился без отца. Потом в шестилетнем возрасте мама потеряла, мама умерла. Потом дедушка воспитывал, два года только прижился к дедушке, дедушка умер. Потом был Амль Хузин, был год скорби, когда в этот год умер его дядя, который вырастил его, Абу Талиб. Его супруга Хадиджа в этот же год умерла. Семерых Аллах субхана ва тааля дал пророку Мухаммаду саллаллаху алейхи ва саллям, Аль-Касим, Абдулла, Ибрахим, Умму Кульсум, Зайнаб, Рукайя, Фатима, всех похоронил саллаллаху алейхи ва саллям, кроме Фатима. То есть Аллах субхана ва тааля испытал его, и какие были потери близких сахабов и так далее, дядю Хамзу радиаллаху анху. Однако она не поняла, что это посланник Аллах, саллаллаху алейхи ва саллям. И потом, когда сказали ей сахабы, «Вайхайки мара, это кулинни наби, саллаллаху алейхи ва саллям, илайки анни». Горе тебе, о женщина. Ты говоришь пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям, иди прочь. И Аллах тебя не испытал тем, чем меня испытал. И она не узнала, что это пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, побежала к нему. И сказала, «Я Расулуллах, ма арафтука, аль-ан асбих». «О, посланник Аллаха, я тебя не узнала. Сейчас я буду проявлять терпение». А что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, «Иннама сабра инда садмати аль-ули». Поистине терпение проявляется в первую минуту. Вот как только тебе сказали, что дочка умерла, тут ты должна проявлять терпение. А те, которые со временем, через неделю, через две, через месяц проявляют терпение, как Али ибн Аби Талиб, радиаллаху анху, их описал, подобно верблюдице, которая потеряла свою верблюжонка и потом ноет какое-то время по нему, а потом забывает. Поэтому «Стаину бис сабри ва ас-саля, инна Аллаха маа ас-сабирин». Потом Аллах Субхану сказал, поистине Аллах вместе с терпеливым. То есть у которого человека, когда хотелось бы обратиться к тем людям, которые Аллах Субхану много испытывает в этой жизни. Бывает три вида испытаний. Первое испытание, когда человеку предупреждено что-то, болезнь какая-то, потеря близкого и так далее. Второе, это проявлять терпение на поклонение Аллаху Субхану ва Тааля. Да, может быть, сейчас тяжело кому-то поститься, тяжело просыпаться на утро молитву и так далее. Ехать на хадж. Ну, здесь нужно проявлять терпение. И третье, ан-маас, не грешить, потому что грех приукрашен, и близ приукрасил грех. Но, однако, не заставляет никого грешить. Вот здесь нужно проявлять терпение. И «Инна Аллаха маа ас-сабирин». В конце всего этого говорит Субхану ва Тааля. Поистине Аллах вместе с терпеливым. И как только тяжело, брат, как только тяжело тебе, сестра, вы делаете ради Аллаха, Субхану ва Тааля, проявляете терпение. И задумываете о награде, великой награде, о которой Субхану ва Тааля сказал, «Инна ма юафа ас-сабирун аджрахум бигайри хисаб». Поистине терпеливые берут свою награду без расчета. То есть не заканчиваются нули. То есть чек, у которого не заканчиваются нули. И вот в этот момент, аль-хамдулля, понимаешь, что Аллах Субхану ва Тааля с тобой. И тот, с кем Аллах Субхану ва Тааля, даже если все, кто из небесах на земле, будут против, ничем не будет. Но если все будут за тебя, но Аллах Субхану против тебя, то тогда никто и ничто тебя не спасет. Джазакум ва хайр. Дай Аллах Субхану быть на среди нами числа тех, кто проявляет терпение ради Аллаха Субхану ва Тааля, и тех, кто выставит молитву должным образом. И быть из благодарных рабов Аллаху Субханаху ва Тааля. Джазакум хайр, ва саллаллаху аля набии Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Алейкум ассалям, фадрат ва рахматуллахи ва баракатух. Джазакум хайран.
иншаллах, завтра или послезавтра послушаем ваше чтение Корана с вашего разрешения, хорошо? Шалом, шабак, джазак лахэн. Ваякум халь джаза. Ассаляму алейкум, рахматуллах, баракату всем.